Всем доброго утра вторника. Я сейчас еду на почту, получу свое письмо, которое мне пришло. И поеду в энергосбыт, потом к стоматологу. У меня сегодня примерочка. Вот. Уже буду наглядно хотя бы что-то видеть. Москва вот выбила меня из колеи. Наверное, вам не слышно, что я говорю, и непонятно в маске. Неприятно, правда? Мне самой это неприятно. Всем хорошего вторника. До связи. Моет моего Лёху. 300 дел переделал уже. Сейчас поеду еще на встречу, зато я сегодня захватила все коммунальные платежи. И потом я поеду в Волгоград. Смотрите, какое у нас красивое впереди небо. Доезжай. Очень красивое. Очень. Заехала в Ради, сейчас будем готовить. Вот просто продажа рис, яйца. Так, ну что, трехцветный есть? Есть. Зелененький, маленький, но ничего. Так, лучок мне нужен. Вот у нас в Ради же появились такие сыры еланские. Почему так близко показывает? Вот я взяла сейчас голландский попробовать, такой твердый, классный, прям классный. Вон молоко какое-то новое, растительное, рисовое, миндальное, гречневое, кокосовое. Так, а нам теперь нужно с вами смесь перцев, мускатный орех. Всем добрый вечер. Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусную и очень простую курочку в духовке. Прежде чем нарезать все ингредиенты, мы с вами ставим духовку на разогрев. Пока буду показывать вот так, кто меня смотрит, знает, да, о том, что я сейчас занимаюсь своей новой улыбкой, поэтому пока себя показываю редко и то в маске, что я не люблю. Поехали. Что нам понадобится для этого вкуснейшего ужина? Филе курицы я порезала вот на такие порционные кусочки. Ну, в общем, на 6 частей филюшечку. Репчатый лук полукольцами. Трех цветов болгарский перец, чеснок. Помидорки черри, либо обычные помидорки. Сыр голландский, который еланский, я вам показывала. Вот такой фирмы. Аккуратненько открыла. Натерла. Хороший сыр, ребят, можно брать. Сливки, смесь перцев, мускатный орех и итальянские травы. Приправка итальянские травы. Что, с чего мы начинаем делать наш ужин? Мы должны посолить и поперчить без всяких приправ нашу курочку. Солим, перчим. Солим. Соль не соленая, ребята. И эта морская тоже не соленая. Перчим. Перчу я много. Я очень люблю перченые блюда. И все хорошенечко перемешиваем. Перемешиваю я тоже всегда руками. Равномерненько. Перемешали, отставили в сторону. Тем временем на сковородке раскаляем оливковое масло, у меня боржес с чесноком, и кусочек сливочного. Мешаем два вида масла и чуть-чуть обжариваем нашу курочку. Как только наша курочка обжарилась, мы ее вынимаем и выкладываем в форму для запекания. Вот таким образом мы припустили немножечко нашу курочку
в масле теперь мы должны с вами отправить в это же масло, где томилась немножечко наша курочка, репчатый лук. Также на 1-2 минутки, чтобы он немножечко позолотился. И будем делать дальше. Спассеровали наш лук. Теперь на том же сливочном оливковом масле мы пассеруем наш болгарский перчик. Вынули наш пассерованный перчик поверх лука, и теперь мы занимаемся соусом. Вот в это оставшееся масло мы закидываем сначала с вами чесночок. Пусть чуток обжарится. Здесь уже все это масло расплескало мне по плите. Ну, ничего страшного в этом. Вот так надо побыстрее сделать, чтобы прям как только запашок пошел, вкуснейший чесночка. Ну, прям вот 2 минутки. Сейчас мы с вами обжарим чесночок и двигаемся дальше. Только немножечко обжарился. Мы с вами сразу добавляем наши помидорки черри. Тут же мы добавляем с вами смесь перца. Ох, аромат пошел как он. Добавляем с вами итальянские травки. Поставим и щепоточку мускатного ореха. Мне пересыпать порвался пакетик. Так, теперь мы все это дело размешиваем. Из-за курицы пришлось такого диаметра взять заровню. Теперь ждем 1 минуточку, когда наш томат даст сок. Как только он нам сейчас отдаст свой сок, не поделила пополам. Как только томатик сейчас даст свой сочок, мы сразу с вами все это дело зальем сливками. Наш томатик стал выделять сок, и мы будем с вами использовать сливки Вкуснотеево 10%. Начинаем заливать. Аромат какой, ребята. Если бы вы знали. 2 упаковочки будет достаточно. Оставим потомиться немножечко в сливках. Буквально 5-7 минут. Наши томатики. Что? Пришло время нам заливать нашу красоту в соус. И мы все с вами... Ровненько. Сейчас схвачусь хорошо. Горячая сковорода. Мы с вами все-все-все ровненько выльем на нашу курочку с овощами. Ну, вы знаете, я еще люблю силиконовой лопаточкой все это дело чистить. Мы с вами все это доделаем. А здесь, в принципе, уже ничего и нету. Чуток. Так. Теперь мы с вами все это распределяем равномерно. Сливки покрыли полностью наше мяско. Отправляем в разогретую духовку на 30-40 минут. При температуре 180-200 градусов.
на 30-40 минут. У нас прошло 20 минут, и давайте с вами, ребята, вынем и засыпем сыром. Нашу красоту. Вот такая красота. Засыпаем. И отправляем еще на 10-15 минут. В духовочку. Вот такая красота сочная у нас под шубкой получается. Давайте с вами украсим зеленушечкой. У меня здесь лучок, перчик, лук, укроп и петрушечка. Готовьте вкусно, быстро, с удовольствием. Ну да, согласна, немножечко рецепт замороченный в плане того, что нужно сначала все обжарить. Но поверьте мне, это стоит того однозначно. Видите, как укропчик мелко нарезан. Поэтому вот так. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Я рада каждому из вас. Готовьте вкусно, быстро и с удовольствием. Завтра будет новый день и новое видео. Я всех люблю, целую, обнимаю. До завтра.